Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Сильно пробил, но попал в створ ворот. Это самое главное. И попал в правый угол. Это еще важнее. Как он работает с мячом. Всех обыграл. И пробил. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений.